подтягивать. Мама, как там было? Что именно? Я постоянно забываю, как там было. Что именно? Вот это. Какое именно произведение ты забываешь? Ну вот это что, Wednesday? Painted Black? Угу. До, соль, до, соль, ре, соль, нет, ми, не, соль. Ну не так, ну вот, вот тут. Вот тот кусочек, да? Угу. Вот тот кусочек, да? А, помню. Подними скрипочку, возьми смычок правильно. Нет. Та-та-ти-та-та-та-та. Группа из 4-16. Си, си, ми, ми, си. Вторым пальчиком. Си, си. Нет, нет, послушай сюда. Смотри, третьим, вторым, а потом первым, вторым. Смотри, вот. Угу. Тебе нужно в другую позицию перейти. Там нотки одинаковые, а играются в разных позициях, разными пальчиками. Ми, си, си. Видишь, сначала ми здесь, на струне соль. Ты куда смотришь? На гриф мой смотри, на пальцами соль. А потом первый. Не-не, сначала третьим пальчиком на струне соль. Ми, ми, выше чуть-чуть. Ми. Пойми скрипку. Сцепление смычка со струной. Ми, си. Я вторым, третьим, вторым. Си, ми, нет. Еще раз, ты меня слышишь? Посмотри сюда, остановись. Почему ты дважды там играешь? Один раз. А второй раз на струне ре. Один раз там, один раз там. Ты можешь это запомнить? Ми, вот, си, вторым. И теперь первым. Ми, си, вторым тоже опять. Да. И теперь фа, фа первым пальчиком. Смотри, ты си не убираешь. Посмотри сюда. Пальчик стоит, ты его не трогаешь на си. Просто рядышком первый станешь на струне ре. Поняла? Тебе видно или может ты не видишь, что я тебе показываю? Я вижу. Ты видишь, почему ты повторить не можешь? Значит, ты не смотришь. Первым пальчиком ты там фа не, си не убираешь. Второй палец со струны соль ты не убираешь. Еще раз. Ми, си, ми, си. Ми, бу. Си, ми. Нет, не два раза ты так играешь. Ми, си, фа. Почему ты так, ты упорно держишь неправильно смычок? Почему ты это делаешь? Я тебе еще раз говорю, я тебе скажу, почему ты это делаешь, я тебе объясню. Ты не можешь взять правильно смычок, потому что ты тогда не сможешь играть им на скрипке. Потому что скрипка у тебя неправильно висит. И у тебя целая цепная реакция получается. Ты неправильно держишь инструмент, и из-за этого ты неправильно на нем играешь. А из-за неправильной игры у тебя некрасивый звук, и ты его не улучшишь, пока не возьмешь правильно скрипку, понимаешь? Я тебе 100 раз говорила, возьми правильно скрипочку, пожалуйста. Она должна быть параллельно, вдоль руки. Ты ею вперед нацеливаешь. Тебе нужно посмотреть, где ты играешь, поверни голову немножко. Но ты неправильно держишь скрипку, ты понимаешь это или до тебя не доходит? Не знаю. Ты знаешь, почему ты не меняешь? Ты специально это делаешь? Тогда у нас будет с тобой борьба такая, знаешь?
противостояние. Я буду настаивать, чтобы ты ее правильно держала. А ты будешь мне противиться. Тебе настаивать учительница твоя. Ты постоянно разговариваешь. Потому что ты постоянно с закрытыми ушами сидишь. Возьми правильно скрипку, ты сутулишься. Не, давай отсюда уж, раз уж так пошло. Третьему. Подними скрипку. Возьми правильно смычок. Си. Первым теперь, первым. Нет, это неправильно. Вторым, первым. Вторым, первым, вторым, вторым, третьим соль. Соль. Нет, на струне ре. На струне. В первой позиции соль, ми, ми. По два раза. Что, уже утомилась? Нет. Нет? Подними скрипку. Сама мне говоришь сыграть. Вторым. Первым. Нет. Первым. Си та же. Да, это еще не все. Это ты играла только полминуточки. Что ты бегаешь туда-сюда, как заяц? 7 минут, а не полминуты. Нет, сейчас ты играла этот кусочек полминуты, а и того меньше. 7 минут. Непосильная, да? Просто ноша. Нет. Просто забавные бубеноки. Еще раз. Теперь можешь сначала сыграть, только медленно. До, соль, до, соль, ре, соль, ми, соль. Только смотри там. У колодки играешь стакатики, да? Стакатики. Не надо быстро. Ты сможешь потом в два раза быстрее сыграть следующий кусок? Ля, соль, соль, фа, ми, ре, до. Ля, четвертым пальцем. Нет, четвертым пальцем. Ля, соль, соль, фа, ми, ре, до. Соль, до, соль, ре, соль, ми, соль, фа, соль, ми, соль, ре, соль, до. Первым ми ми си си фа фа си си фа фа си си соль соль ми ми соль соль ми соль соль фа фа ми ми фа фа соль си до. Смотри. Дай тебе без тебя сыграю. Да, то есть ты не будешь мне ничего. Проконтролируй говорить свою правую кисть, как скрипка. Тебе очень много вещей, тебе так легко сбить просто с колеи, понимаешь? Выбить вот из строя. Всё, очень тихо. Легко. Тебе даешь рекомендацию, и ты уже плывешь. Быстро, медленно возьми темп. Возьми медленный темп, ты потом не выгребешь 16-е. Сейчас попробую. А ты со мной не спорь, пожалуйста. Ты
Ти-та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 
соль, ми, соль, ми, соль, соль, ми, ми, соль, соль, ми, ми. Соль, соль, ми, ми, соль, фа, ми, фа, ми. Соль, си, до. Доиграю уже. Смогла. Почти, почти. Как там дальше? Вот так, смотри. Нет, там тоже да. Двойная нота. Сибека ре, да. До. До. А до уже одна нотка чистенькая. Нет, куда ты поскакала? Стоп, ну, стоп. Я, блин, уже к Ире хочу. Нет. А тебя кто-то звал? Ну, тогда спроси. Ты от меня требуешь, ты сейчас похожа на того Спайк, да, зовут этого дракончика в поняшках. Спайк? Mm-hmm. Спайк. Когда он в той серии, когда он требовал себе подарки на день рождения. Ему эти подарки не приносили пользы никакой. Он наоборот превращался в чудовище. Что он требовал, 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 требовал. А его вообще-то куда-то, как ее, Твайлайт послала по делам, да? Так вот тут ты забила на все свои дела. Я устала от этой болтовни, блин. Я устала от твоего непослушания. Смотри, у нас взаимное уставание какое-то. Не, смотри сюда, доченька. Посмотри. Стаккато ты с легкостью сыграешь вот здесь, возле колодки. Вот. Чтобы у тебя было потом для маневра. Ой. Поняла? Потом шестенье стаккато. И опять переходим к колодке. Сюда смотри. Отвела смычок. И дальше, 16-й, удобно играть именно серединой смычка. Понимаешь? Угу. Важно ж как... А не надо спешить, тут у тебя восьмые. Попробуй более остренько сыграть эти нотки. Сцепка плохая у тебя идет. Не, не надо звереть. Подними скрипочку. А вот остановись. А ты обрати внимание, что у тебя вот здесь палец в этой позиции, возле колодки, он у тебя вот такой. Вот такой. А это деревенелая рука. Округли пальчик. Вот. Дам, а чего ж не дам? Кто из нас скрипачка? Ты или я? Присади косточки немножко на правой руке. А тебе будет легче развернуть смычок косточкой от себя. Чуть-чуть разверни. Ага. Стаккато у колодки. А вот теперь оттяни смычок. Смотри, доченька, посмотри на положение. Посмотри сейчас на положение моего смычка. Нет, просто посмотри на положение смычка. Ну я же это все размещу в интернете. Ты серьезно хочешь, чтобы все видели, какая ты капризная? Просто капризность вот эту твою. Давай уже. Это не cool, это не суперспособность. Смотри, смотри, где у меня на положение смычка. Наблюдай. Вот у тебя, пожалуйста. Широко, да? И ведешь смычок вниз.
опять вниз увела, да? Вот как раз вот эти переходики, хорошая возможность увести смычок. И все, и на середине смычка осталось. Мам, я помнишь, оглохла на полминуты? Что? При чем здесь это? Так ты вопишь целыми днями. Я не воплю, доча. Я с другой комнаты сижу. А давай мы подключим комментарии, и я просто, в смысле, я воплю. Не груби мне, ребенок мой. Скрипку подними. А до уже без бурдона. Куда села? Я когда сказала, все, закончилось. Сядь, пожалуйста. Мы будем увеличивать с тобой время занятий. Будем. И ты сама будешь. Понимаешь, доченька, получается как? Пока я с тобой, я пока инструмент сама не возьму. Ничего, потерпишь. Пока я сама инструмент не возьму, у нас как плохо получается. Пока мне не приходится брать инструмент, ты не сядешь заниматься. Так это что получается? По ходу дела я с тобой скрипачкой стану. Так мы потом пойдем разбираться, кому из нас тогда будут давать сертификат, что кто школу закончил по скрипке, мама или Дотя. Так попросим там Светлану Владимировну конкурс устроить на лучшего скрипача в нашей семье. Ну так у тебя лучше получается. Ты когда берешь инструмент и учишь какой-то кусочек, у тебя круто получается. Мам, понимаешь, мне больше нравится рисовать. Тебе до этого больше нравилась скрипка, а до этого тебе больше нравилось танцевать. А нам с папой с высоты нашего опыта и со стороны немножечко виднее, в чем у тебя круче талант. Да, ты круто рисуешь. Круто. Да, молодец. Ты берешь и это вот. Но поскольку мы зацепились, что по скрипке ты не заурядный музыкант, мы, значит, будем развивать. Значит, мы будем костылями до тех пор, пока тебе свой ум не проснется, пока ты сама не поймешь. О, да, действительно, у меня реально получается. Нужно бы самой подключать свои ресурсы.